Маску, пожалуйста. Еще раз. Маску. Зачем? Ну как у нас зачем? Просто женщина. А кто вам говорит, что нужно одевать маски, чтобы вы пробили? Чуманков вам говорит такое? Не, ну кто вас заставляет такое спрашивать? Секрет. А 31 декабря 2020 года? Да, конечно, вы хотите сделать... А вы... Кто вас старше? Я. Ваш сотрудник не продает мне без маски. Может продать, но смотрите. Мы рекомендуем, да, я знаю, что нет данного. Объясните, пожалуйста, человеку. Молодому человеку неоднократно объясняли, что мы можем продать. А вот это что означает, смотрите. Ну, выкиньте, пожалуйста, эту историю. В мусорку.